Проблемы и перспективы конного спорта, актуальные задачи и пути их решения. В преддверии выборов президента Федерации конного спорта России интернет-портал «Курс Таймс» при поддержке Большого международного конного клуба «Продар» в рамках деловой программы «Эквирос-2016» провел панельную секцию «Ветер перемен. Стратегия развития и менеджмент в конном спорте». Мы не первый год организовываем такую секцию. В прошлом году был дебют, и этот дебют был, потому что мы понимали, какое количество проблем в конном спорте, и мы понимали, что о них нужно говорить, и нужно приглашать к разговору людей из конного сообщества. В этом году у нас задача была гораздо проще, потому что грядут выборы президента Федерации конного спорта, и есть официально зарегистрированный кандидат, это Владимир Белецкий, который заранее продемонстрировал свое желание и стремление к переменам и заявил свою программу. Поэтому мы нашу секцию немножко подправили, пригласив и его к нам, и предоставив возможность всем лично пообщаться и задать вопросы, где-то покритиковать, где-то что-то уточнить. И нашу работу построили на секции так, чтобы показать с разных сторон различные проблемы, поговорить об эффективном менеджменте, поговорить о том, как можно интегрировать скачки в систему международную. Проблема российского призового коневодства – одна из самых обсуждаемых в конном сообществе на протяжении уже долгих лет. Во многих странах мира конный тотализатор – легальная высокодоходная индустрия. По оценкам экспертов, даже небольшой в масштабах всей прибыли процент выручки от тотализатора, если его направить на поддержку конного спорта, мог бы в корне изменить финансовую ситуацию в отрасли. Однако на сегодняшний день наши скачки и бега не являются частью международной системы. Их результаты не признаются за пределами страны, а потому они не привлекательны для игроков этого рынка. Номинально, как бы, призовое коневодство, оно входит в компетенцию Министерства сельского хозяйства. Но посмотрите, это Министерство сельского хозяйства, значит, оно во всех своих нормативных документах, оно регулирует только отношения, связанные с племенным животным, то есть с лошадью. Но ведь в скачках участвуют не только лошади, там же участвуют жокеи, в бегах участвуют наездники. А кто будет отвечать за их развитие, за их страховку, за их участие как субъекта призовой коневодческой индустрии вот в этом процессе? Оно ведь нигде не регламентировано. Нужна организация, которая бы не декларативно, как это сейчас у нас происходит, а чтобы практически работала над организацией вот этого бизнес-процесса под названием скачки. Потому что если рассматривать скачки в сфере вот международного тотализатора, в сфере международной конной индустрии, то это огромный бизнес-процесс, который начинается от рождения же ребенка и включая его тренинг, его скачки, его дальнейшая судьба как производителя, как, ну, для получения потомства. И все, вот каждое из этих звеньев, оно должно быть как-то контролироваться, как-то курироваться. Созданию организации, отвечающей всем требованиям современного конного спорта, посвятила свое выступление президент Большого международного конного клуба «Продар» Вита Козлова. В своем докладе она рассказала о тех изменениях, которые необходимы Федерации конного спорта России для повышения эффективности ее работы на всех уровнях. У нас должны появиться стратегические ориентиры, цели, задачи, кредо, слоганы. Уважаемый бренд, мы должны вместе начинать создавать этот новый образ нашего бренда, чтобы при упоминании буквосочетания ФКСР наши души переполнялись гордостью, а не стыдом за то, что мы имеем к этой организации отношение. Что касается ближайших изменений, то это прежде всего, как мы уже проговорили, это структура, это обеспечение прозрачности процессов, усиление акцентов на образовательные программы и, безусловно, изменение качества работы аппарата с максимально клиентоориентированным, максимально конкурентоспособным с точки зрения предоставления сервисных услуг для членов федерации. И также, не в малой степени, очень важно вернуться к истокам, а именно к производству и предложению на рынок нашего лучшего продукта, нашего основного продукта. Это соревнования по конному спорту. То есть федерация должна вернуться к активным организаторским функциям и стать той структурой, вокруг которой уже будет создаваться инвестиционная привлекательность конного спорта в целом.
О необходимости реструктуризации сложившейся системы управления в конном спорте говорил и Владимир Белецкий, действующий вице-президент ФКСР и кандидат на пост президента Федерации на предстоящих в декабре выборах. В своем докладе он представил основные тезисы предвыборной программы. Конный спорт нуждается в глобальных переменах. На самом деле конный спорт у нас развивается, он идет в свою очередь, у нас увеличилось количество турниров, качество турниров, но нужно изменить структуру организации федерации, нужно улучшить работу, добавить немножко эффективности, обучать кадры федерации, потому что как федерация конного спорта и как весь спорт развивается, мы должны идти в ногу со временем. Для этого требуются и новые технологии, и люди, которые бы владели этими технологиями, как в спорте, так и в спортивном управлении, непосредственно в учреждениях, непосредственно в спортивных объектах, непосредственно в проведении соревнований, организации этих соревнований. Все эти перемены нам необходимы, чтобы мы были конкурентоспособны в общей среде конного спорта, международного конного спорта. Два часа, отведенных секцией «Horse Times» на Эквиросе, не так уж много для разговора о проблемах, которые уже не первый год ждут решения. Однако участникам этой встречи хватило времени на самое главное. Они показали, что в российском конном спорте на сегодняшний день есть не только проблемы, но и четкое видение того, как их необходимо решать. Есть надежда, что конное общество повзрослело, стало иным, и все-таки выбор президента федерации будет по его деятельности, по его желанию что-то изменить и по его программе, а не по звонку из Москвы в региональной федерации. Поэтому давайте быть взрослыми, самостоятельными и ответственными. Спасибо вам всем большое.